Was sich am 25. April 2009 am Himmel über Moskau abspielte, wurde von hunderten Zuschauern auf Video aufgenommen. Alle bestaunten das Spektakel an dem Glauben, es handele sich hier um die beliebten Lichtballons, wie man sie von Hochzeiten oder besonderen Anlässen kennt. Tatsache ist jedoch, dass die Behörde der Flugsicherheit bereits 4 Minuten vor der ersten Sichtung der Objekte das Militär darüber informierte, dass sich mehrere unbekannte Flugobjekte aus dem Weltraum durch die Atmosphäre bewegten und genau auf Moskau zu steuerten. Das Moskauer Militär verfolgte das Spektakel angespannt und wartete ab. 16 Minuten später verschwanden die Flugkörper spurlos. Просто пипец какой-то. Смотри, еще появляются слева, блядь. Где, откуда? Вот слева идут. Видишь, еще появляются, блядь. Слева я не знаю, ты где. Ну над домами, блядь, вон, видишь, 2 штуки еще, блядь, идут. Ха-ха, космические корабли. Ну это жестоко. Я ж тебе, блядь, сразу заразу. Да я слышал. Охуеть надо, блядь. Твою ногу. Я под даже не знаю. Идут, я даже не знаю, куда смотреть. Под облаками идут, блядь. Под облаками. А чё снимать? Я даже не знаю. Ну тут все их снимают. Тут их миллионы. А как я тебе их все, они в камеру не вмещаются? По очереди, блядь. О, сейчас попробую хотя бы один увеличить. Один он уходит влево, видишь, блядь? Нет, я хочу увеличить его. Максимум. Сколько смогу. Ну, шар и шар. Хуй его насчет такой. Вон они вправо пошли, видишь, блядь? Ебёна мать. Тут 50, блядь. Да не меньше 50, согласен. Да они все равно лезут и лезут. Он последний идет, блядь. С левой стороны, блядь. Я сказал, что евреи не успеют ни хера свои акции совершить. Говорил, нет? Ага. Никто не верил. Так, сейчас я побежал на свой балкон. Бля, хорошо идут, а? Вот именно, что хорошо идут, блядь. Красавцы. Вот это самый большой. Видишь? Где? Вот этот вот. Который? Вот, ну вот он, вот идет. Вот этот? Здоровый. Вот он. Видишь? Он догоняет того, блядь. Да. Видишь, это самый большой. Сейчас максимум дам, он но... Горит, хорошо горит. Это самый максимум. Вон на домами еще пошел один, блядь. Где? А вот, вот он, вверху появился? Вверху и внизу вот там один, над домом. А внизу где? А, вижу. Вот над домом, ага, вижу. Ну пипец. Ну чё, приплыли, ребята? Ха-ха, такой хуйни не видели никогда, блядь. Такого никогда не видел. Да это не хуйня. Закрыли бы окно. Да, то... Какое да, окно? С окном, блядь. Он иди к Насте туда, не так. Бля, пойду сейчас на балкон на свой. На свой, посмотри, мужик. Ihr wollt noch mehr paranormale Phänomene sehen? Dann besucht doch einfach mal unseren gleichnamigen YouTube-Kanal. Hier haben wir für euch unzählige UFO-Sichtungen und Geistererscheinungen zusammengetragen. Neben dem Video- und Fotomaterial bekommt ihr hier auch die spannenden Geschichten, die hinter den Sichtungen stecken.